Я считаю так, что и Украина, и Россия друг без друга не выживут. Просто не выживут. Я Украину считаю намного важнее, даже чем Белоруссия. И факт потери Украины для России смертельно опасен. Исходя из этого, будь я на месте властей, российских властей, действовал бы в отношении Украины максимально обхаживающе. Нам надо было сделать все абсолютно для того, чтобы Украину не выпустить из своих объятий. И если бы и эти шаги, если бы и эти шаги не дали бы результатов, то я пошел бы на самый радикальный шаг на вхождение в России в состав Украины. Какая разница? Один народ, одна страна реально. И, в принципе, пусть была бы Киевская Русь, вот с Киевской Руси все и начиналось. То есть, в общем, надо сделать абсолютно все, чтобы не потерять вот это пространство. Мы Украину и сейчас могли бы перетянуть на свою сторону, если бы не алчность вот этих российских олигархов, вот этих спекулянтов, вот этих, в общем, варья и жулья, которые вот воруют весь российский бюджет. И если бы не алчность вот этого спрута под названием «Газпром». В общем, скажу так, в общем и целом действия России в значительной степени привели к потере для нас Украины. А это катастрофические будет иметь последствия для всех нас.